Всем привет! Сегодня в эфире сборка с мортирой, да не обычная, а просто с ошалелой скорострельностью. Мало того, что машина собрана на базе кабины «Адрон», а «Адрон» существенно ускоряет перезарядку мортиры за счет установленной дамки. И да, дамка здесь тоже спрятана прямо в центре машины, как особо важный модуль, а не как функциональное оружие. Просто для того, чтобы эта перезарядка сохранялась с нами до талого. У самой мортиры присутствует ап на время перезарядки. И ко всему прочему, на машину установлен циклоп, который сам по себе неплохо ускоряет перезарядку орудий и ракет. Плюс у него дополнительно ускорение перезарядки, в зависимости от потери прочности. А также еще и ап на эффективность работы модуля на 10%. Лично мне больше всего эта пушка зашла в комбинации с кабиной холодильника. Вот там прям, да, такое ядреное пробитие было, да и крафты довольно-таки здоровые. Можно было собирать с той кабиной. Но максимальную скорострельность мортиры тоже поехали в рандомчик посмотрим. Еще в рамках этого же ролика погоняем данную мортиру на другом крафте, собранном на кабине «Мертвец». И тоже с апом на перезарядку, с циклопом, но, соответственно, уже без дамки. И на более низких омах. Классное начало. Шикарное. Очень здоровское. Что ж. Ой, бочки едут. Туда высунешься, снайпер выстрелит. Сюда высунешься, гранаты полетят. Вообще прям хорошо. Да ёптер-тер, ну Джо Ярн. Разрабы, ну сделайте, пожалуйста, так, чтобы боты хотя бы пытались объехать игрока. Ты ж просто в тупую прет и таранит тебе. Жесть. Так, что там многолапое? Поехали. 1139. Еще один зашвырь, сейчас успеем. 1143. Давай еще. Он думает, видимо, что у меня перезарядка стандарт. А перезарядка-то у меня ебабо. Блин, ну ладно. Надо не только хорошо перезаряжаться, но еще и попадать. Тогда на самом деле будет хорошо. Да твою мать. Ой, дробовод. Ну, дробовод, да. Это привет, как дела. Пыщ! 1260, сейчас мортира отпадет, потому что он не мортирует, господи, ни амамори, ни хрена нет. И финальный, не могу повернуть, блин. Колесо диагональками осталось там все, повернуть уже не мог. Такое ощущение, что я в этом бою сожрал половину урона вражеской команды. Блин, Джуэрн так возле меня и крутится, уйди куда-нибудь, уйди нафиг. Польский сталкер, смотри. Пой сюда, курва. Ну, счастье как? На нахрен! На полторы тысячи просто. Куда ты, чё ты, короче, убегаешь от меня? Сюда иди. Ща, подожди. С плешиком зашло, и я упал. Упал я. А чё бы не упасть-то? Неплохо так упал. Так, 3 секунды, 2 секунды, ну-ка. 1 секунда, ой, а у меня отпала маркира. Зараза, успел выбил в последний момент. Я пердоли, поехал обратно на захват. Это вам. На 1500 прямо в морду, и это опять дробовод. Да ёптер-тер. Так, ладно, давай, раз он приехал, просто в наглую стоит, вот и все. В кабину, 3 плюхи. И мы его откабинили. Клиент, 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 клиент. Отлично, клиенты шатают. Сейчас присоединюсь. Красиво так в момент. И вжух еще. Хорош на 947. Парам пам пам па пара па 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 пам. А че этих, кстати, так много стало? Вот этих вот холодострел. Ой, он все как бы приехал. Или что там? А, там тайфун вообще был. Тайфун и холодострел, если мне не показалось. Не надо мне вести. Или хрен его знает, если честно, даже не успел разобрать толком, что там было, оно так быстро сдохло. У нас остался Конор где-то здесь, но это не так интересно. Дайте мне... Вон, 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 справа, 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 там дробовод, походу, да? Дайте его сюда! Нет, дробовод это у нас. Ну ладно, тут все понятно. Клиенты прямо по курсу. Клиент убежал. Вам что, не нравится наш сервис? Совсем убежал, да и ладно, хрен с тобой, гоняться там с тобой бегать, что буду. Так, что здесь? И вжух! 1368. Давай еще один вжух. Так, этот мимо. Ладно, проходи, не задерживайся. Ай! А, ладно, его убили. Та-ра-та-ра-та. Ай-я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 й! На косарь. Чего ты потолок-то убиваешь? Ты там паука увидел, попытался его, что ли, прибить? Какой ты опасный! Ладно, ты опасный, ты молодец.
у одного из врагов 19 тысяч очков мощи. Я туда не пойду. Да ладно, пойду, кого я обманываю. Я приехал. Три. Стэн убежал. Не убежал, ладно, я помогли упасть. Тара-тара-тара-тара. Пыщ! Так, это кто был? Это ты был? Сюда иди был. На нахрен. 1300. 340. Ой, это зараза. Со скорпионами, блин. Тихо, не делай так. На нахрен. 670. Не стреляй. Все, в кабину уже сдохни, отлично. Так, и я потерял половину прочки на это. Слег тут. Ой, какая штука. Погоди, иди. Ай, какая штука. Погоди, это что было? А, это вон сверху, я понял. Ни хрена, танк Мамонт из ждя едет этот из Command & Conquer, то есть. Дроба. Вот. Короче, далее схема такая. Кабина мертвец. Мертвец дефолтно дает 20% скорости перезарядки при установленной одной пушке. Та же самая лавина с апом на время перезарядки. Циклоп с бустом эффективности. И впереди для полного счастья две бронеплиты. Успели их по-нормальному, кстати, обкатать-то уже или как? Попробуем чисто фейстанчить, потому что если возьмутся за кабину, то разберут эту машину достаточно быстро. Очки мощи при этом упали чуть ли не в два раза. 8600. Что-то я по ощущениям опоздал на веселье в этом бою, но ладно, все, что успеем, то укусим. На нахрен! На 1390. И, кстати, первый же тык у меня отпала бронеплита. Жазеп! Враги сзади. 104 с разворотика, прям в кабину. Да Джозеф, мать! Боты, а! Смотри, забрал этот чел-то. С автопушками, он какой. Да ёпты, это опять Джозеф, что за проклятие-то такое, эй. Реально, это, блин, вообще какая-то жесть. Господи, святой радар, пожалуйста, пошли мне команду не еб***а, в которую умеет не таранить и объезжать. То боты, то долботы. Всем хороша такая сборка, кроме того, что на скорости бывает просто вот нет удачного нормального момента для того, чтобы зашвырнуть снарядей. Оп, привет. Как дела? Ясно, понял, базара нет. Дробовод! 340. Так, погоди, у меня там передняя бронеплита. А, ты все. Так, где еще? Вот они, он взорвался там что-то. Ой, их там много. Они сейчас последнего синего дожрут. Ладно, я тогда лучше с этими союзами соединюсь, и мы пачкой в 4 человека поедем. Потому что в одно жало туда ехать, это просто отдаваться. Сдохнуть по одному и закончить катку. Я, конечно, понимаю, что это классика, но не все то хорошо, что классика. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сойдет. Блин, он выехал. А-а-а-а-а! Как я так? Блин, там справа еще на пулю вытарыпся с выстрелами и в такие моменты. Да что тебе надо-то? А, мое колесо! Верни! Паскуда! Ну это все. На нахрен! Напоследок на тебе! Понял! На еще! Осыпался! Осыпался, Пентиум! На! 760 дал он! Ай, ну немножко, совсем чуть-чуть я его не добил, а. 1179 за этот бой и дали на упорного, хотя тут челик это должен был получить упорного, но он, видимо, вышел. Фу, блин, это было весело. Если есть желание погонять еще на этом маленьком шустром крафте, посмотреть, как он будет играться, дайте мне знать, пожалуйста, в комменты, но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.